Сегодня в Бердске проводили в последний путь бессменного лидера бердского отделения партии ЛДПР Игоря Горобца. Он скоропостижно скончался 31 мая. Прощание состоялось в Кафедральном соборе Преображения Господня. Игорь Горобец родился в Казахстане 29 апреля в 1968 году. Окончил профессиональное училище в Бердске. В 2012-м окончил Новосибирский педуниверситет. В 2014-м прошел обучение в Московском институте мировых цивилизаций. Работал на бердских предприятиях, на химическом заводе и радиозаводе. Несколько лет возглавлял городской парк культуры и досуга. Последние 17 лет Игорь Петрович вел активную общественно-политическую жизнь. Известен как лидер бердского отделения партии ЛДПР. Как Петрович говорил, что его все называют Петровичем, даже Владимир Вольфович Жириновский, поэтому будем говорить Петрович. Петрович – это патриот, патриот России, патриот своего города. Он любил этот город, он хотел сделать его лучше. Он порядочный человек, честный. Это человек, который разбирался в политике. Он не только политик, он психолог. Это человек, который не только слушал, но умел слышать и выслушивать, принимать, понимать. Это такая дыра сейчас образовалась, такая пропасть, бездна. Ее будет сложно и невозможно чем-то заполнить, поэтому Петрович всегда будет в наших сердцах. Это абсолютно искренний человек, где-то даже, наверное, по-детски искренний, который не боялся говорить, который не боялся высказывать свое мнение. Игорь Горобец стоял у истоков Бердской городской общественной палаты, был ее постоянным членом. Его коллеги говорят, что Игорь Петрович был ярким человеком, неравнодушным к проблемам города. Безусловно, он остался в моем сердце. Это яркий, энергичный человек, энтузиаст, да, всегда с идеями. Было столько планов на этот год. В нашей памяти он остался ярким, незабываемым. Это лидер, которого уже, наверное, не будет, скорее всего, такого. Замены таких уже не подобрать. Это был человек с большой буквы, который знал свое дело, который был посвящен свое дело, который на 100% был отдан своему делу. Вот, и делал это качественно на 100%. Сегодня город проводил в последний путь Игоря Петровича. На прощание прибыли его родные, близкие, друзья, представители администрации, структурных подразделений, общественники, депутаты, все, кто знал Игоря Горобца.